Алло, Люся, привет, это я. Чё, как дела? Ну что, где? В полиции я. Ну да. А что сейчас? Ну мы же с ней вдвоем гулять пошли, нас остановили. Почему нельзя гулять? С собакой же можно гулять. Нет, ну она показала на меня полицейскому и сказала, что я кабель. А я сказал, что она су... Чего? Почему они не поверили? А она так гавкать начала. Ну, она и так невнятно говорит. Ну, а в маске-то совсем непонятно. Не, они не поверили, я даже под дерево пописал и одному полицейскому ботинок. А что, меня так долго держит? А меня опознать не могут. С фотографии-то не получается. Лицо растолстело, не похоже. Я и вообще в объектив не влажу. Не, мы не в камере. Ну а мы в камеру тоже не влезли с нашими рожами. А по отпечаткам пальцев они тоже не могут опознать. Ну я так тщательно мыл руки последний месяц. У меня стерлись отпечатки все. И тещу опознать не могут. Ну а она так долго носила маску, что у нее лицо приняло форму маски. А они пытались взять, да, анализ у меня на коронавирус. Ну они засунули эту палочку с ваткой и давай туда-сюда тереть, тереть. Ну она и вспыхнула. А у меня же во рту, как на бензоколонке, там этиловые пары. А они меня прям зауважали. Да. Сказали, что я точно не болен. Решили взять у меня плазму. Люся, ты не можешь деньги принести? Ну, штраф заплати за нас 5 тысяч. Как нет денег? Что, закончились? А карантин нет? Ну, попроси аванс на работе. А, и работы уже нет? Люсь, ну давай так к нам, ты чего, тут хорошо и кормят нормально. Главное, бесплатно. Все, давай, Люся, жду, целую.